И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. В сегодняшней серии мы с вами посетим самые экстравагантные места в нашей Солнечной системе, конечно же, галактики Млечный Путь и, возможно, во всей вселенной. Мы посетим, рассмотрим с вами те достопримечательности, где бы человек хотел бы оказаться, увидеть своими глазами все, что происходит в нашей галактике и вселенной. Ведь, допустим, на Земле мы знаем какие-то интересные достопримечательности в других странах, те же пирамиды Хеопса, Эйфелева башня во Франции или еще что-то. А кто бы хотел посмотреть, допустим, из вас вулканы на Ио, на спутнике Юпитера? Согласись, это было бы великолепно. Это бы смотрелось шикарно. Ну что же, первое, наверное, в нашем списке сегодня — это место под названием спутник Юпитера, Ио, и, конечно же, его действующие вулканы. Я скажу так, что Ио — это самое вулканическое активное тело в Солнечной системе. На ее поверхности отчетливо видно множество лавовых потоков, но отсутствуют ударные кратеры. Давай сейчас мы, наверное, переключимся в свободный режим, опустимся чуть ниже на поверхность. Вот так. Вот они, вулканы Ио. Конечно, особо каких-то тут сверхъестественного мы ничего с вами не увидим. Лишь такие горячие пятна на поверхности Ио. Но это действительно, это классно. Скажу так, что недра Ио, в отличие от земных, разогреваются не распадом там радиоактивных изотопов, а периодическими приливными силами от Юпитера. Когда Ио приближается к Юпитеру, приливные силы увеличиваются, слегка вытягивая Ио. При удалении от планеты она, наоборот, скругляется. Эти деформации спутника создают трение и нагрев в его недрах. Так, подожди, стой-ка. Вот здесь на более светлой стороне видно такие более отчетливые лавовые потоки. Так-с, а у нас будет качество в HD? Потому что у меня все стоит сейчас, сама версия игры стоит в HD, и я хочу посмотреть прямо отчетливые какие-то капли лавовых потоков. Нет, просто такая раскаленная поверхность, ничего более. Хотя вот если смотреть отсюда, как будто течет лава. Так, ну что же, давайте переходить, наверное, ко второй достопримечательности нашей галактики — Млечный Путь. Я считаю, что в нашей серии никак нельзя упустить спутник Юпитера и Европу. А все почему, спросишь ты? Ну потому что Европа считается по факту замерзшим ледяным миром, под толщей льда которого, возможно, есть океан жидкой воды. По гипотезе, судя. И, возможно, даже есть какая-то микроскопическая жизнь. Потому что у Европы очень интересные характеристики. Посмотри. Это сплошной кусок льда, замерзший. Так, подожди. Я перелечу на эту сторону. Качество HD картинки вот сейчас работает. Что-то, по-моему, случилось с моим симулятором Space Engine. Мы видим трещины, разломы на спутнике. А ты спросишь, почему, если гипотетически
Под толщей льда Европы есть океан. Почему он не замерзает? Ну, все опять же благодаря приливным силам планеты Юпитер. По размеру Европа немногим меньше Луны, имеет диаметр 3000 километров и, по-моему, занимает 6-е место по величине среди спутников и 15-е среди всех объектов Солнечной системы. Кстати, это самый маленький спутник из галилеевых спутников Юпитера. Как говорят ученые, что Европа, ее внутреннее строение — это где-то примерно 100 километров толщиной, предположительно, верхний слой. Представляешь, 100 километров толщина льда. Остальное — это жидкий океан, приблизительно 50 километров. И вроде бы как под поверхностью должен находиться океан соленой воды. По поводу жизни на этом спутнике. Ну, скорее всего, под толщей льда нету каких-то крупных организмов, а какие-нибудь мелкие, одноклеточные. Да, почему нет? Возможно. Возможно, даже есть какая-нибудь водная растительность. Мы, конечно, наверное, скорее всего, не узнаем никогда. Ну что же, переходим к третьему объекту. Да, не зря все-таки я назвал сегодняшнюю серию «Самые удивительные места в нашей Вселенной». Посмотри. Это галактический монстр нашей галактики Млечный Путь. Стрелец А. Черная дыра в самом сердце, в самой гуще событий нашей галактики. Это просто огромный галактический монстр. Так, я ускорил время, дабы видеть его вращение. По-моему, на канале у меня уже есть отдельно посвященная серия этому галактическому монстру. Тем, кому интересно, можете глянуть плейлист Space Engine. Так, немножко я отдалюсь, и, по-моему, здесь какие-то должны быть звезды неподалеку. Да, по-моему, я искал их. Они здесь есть, но вот планет, находящихся рядом с этими звездами, увы, нету. Конечно, огромное излучение, огромная температура просто убьет все живое. Даже если здесь есть какие-то планеты, то на них нету жизни. Огромные щупальца. Посмотри, они растянуты на много световых лет. Это невероятно. Так, подожди, я хочу, наверное, пролететь сквозь все это. Может быть, прямо в центр черной дыры? Меня сейчас расщепит, наверное, на молекулы. Оу, нас поглотила черная дыра, стой. Я вижу пространство, что это? Нет, почему? А почему, стой? Я попадаю в самый ее центр. Нет, почему-то мне не удалось сейчас провалиться, ну ладно. Да, это самое тоже удивительное место в нашей галактике Млечный Путь. Добро пожаловать в галактику М82. Я бы даже назвал ее немного неправильной галактикой. Вот такая спиральная галактика с перемычкой, с мощным звездообразованием в созвездии Большая Медведица. Кстати, вроде говорят, что в центре этой галактики находится сверхмощная черная дыра. Так, подожди, по-моему, где-то должна быть еще ее соседка М81.
Да, вот она. А это у нас галактика NGC-2976, галактика HO-X-HO-9. Посмотри, какой огромный выплеск идет из сердцевины этой галактики. Оу, отсюда прямо-таки интересно смотрится М81. Давай сейчас найдем какой-нибудь... Так, звезда. Голубой сверхгигант. Какую-нибудь планету. Так, с поверхностью. Только не газовый гигант. Я хочу опуститься на поверхность и посмотреть на красоту ночного неба. Даже можно дневного неба, но, скорее всего, ночное небо лучше рассмотреть. По-моему, на планете даже, я обратил внимание, действующие вулканы. Ого! Представляешь это увидеть на ночном небе? Перед тобой практически вся вселенная, я бы так назвал. Яркие краски, перемычки. Так, вот так вот можно, наверное, через несколько миллиардов лет увидеть галактику Андромеду на нашем ночном небе. Давайте сейчас ускорим время. Статистику... Так, статистику я закрыл, все хорошо. Так, у планеты даже есть, посмотри, облака. Поверхность вся треснувшая. Ну, правильно, у нас очень яркая звезда, очень горячая звезда находится рядом с поверхностью этой планеты. Голубой гигант, так. Надеюсь, симулятор сейчас не будет тормозить. Удивительное место. Я включаю его в лидеры этой серии. Давно я не видел всей этой красоты в Space Engine. Действительно, я задержался где-то, по-моему, в нашей Солнечной системе, на планете Земля, там на Марсе. Это было бы классика. Ну что же, я думаю, наверное, следует переходить к следующему объекту нашей серии. Звездная система Кеплер-444. И посмотри, рядом с этой звездой у нас находится вот такая полностью практически раскаленная планета. Кеплер-444а. Температура 690 градусов по Цельсию. Боже, здесь адская жара. Посмотри, сплошные лавовые потоки на планете. Так, мой симулятор немножко начинает притормаживать. Даже считая, что сейчас на этой стороне планеты 600 градусов, здесь поверхность раскалена, ну, наверное, до 300-400 по Цельсию. Подожди, стой. Давай взглянем вообще на этот оранжевый карлик. Кеплер-444. Она имеет 5 планет, и все они полностью раскалены. Это абсолютно раскаленный горячий мир. Я боюсь сейчас приземлиться на поверхность планеты, дабы не обжечься. Здесь довольно-таки ярко. Но почему я опять не вижу лавовых потоков? Я вижу светящиеся камни. Это не Хиаш Персея, случайно? Да, здесь можно зажариться прямо, я тебе скажу. Неподалеку, по-моему, где-то я видел планету. Подожди. Вот это вроде бы планета Кеплер-444АБ. Ого, по-моему, это самый ближайший раскаленный мир к звезде. Посмотри, как планеты просто испаряются. Вся материя, она просто вся раскаляется и улетает в космос. Невероятно. Можно посчитать, что это как будто комета, но это планета, посмотри. Так, а мы только что не на ней были? Стой.
444AF. Нет, это уже совсем другая планета. Ой, как-то я пролетел. Да, вот это вот самая ближайшая планета. Здесь температура, по-моему, 591 градус. Есть вулканы. Тут вообще, по идее, должно все быть полностью в лавовых потоках. Так, ну что же, давайте перейдем к следующему объекту нашей серии. Микроквазар. Черная дыра СС-433. Его диаметр всего 31 километр. Но он обладает достаточно мощной силой. Температура, плотность просто зашкаливают. Этот микроквазар находится вот с такой звездой. Белый сверхгигант 433А. Так, подожди, давай-ка удалимся. Посмотри, насколько он яркий. Создает просто невероятную силу, невероятную температуру. А у звезды, по-моему, нету, да, у нас никаких планет? Да? Квазары вообще это очень опасные объекты нашего космоса. Ого. Я хочу еще раз приблизиться к нему. Смотри, это нормальный режим. Видишь? Нормальный временной промежуток. И ты видишь, с какой скоростью просто этот квазар вращается, делает обороты. Сколько радиации он испускает, гамма-излучений в открытый космос. Это, блин, катастрофа, невероятно. Сейчас, по-моему, я умру от радиации за доли секунды. Это фантастично. Почему раньше я не посетил этих мест? Почему раньше я этого не видел? Нет, все-таки надо отдаляться. Отдаляться глубже в нашу Вселенную. Не задерживаться в Солнечной системе. Ну что же, на этом, наверное, данную серию я закончу. Если тебе понравилось, обязательно пальчик вверх, подписочка на канал. Хочешь продолжения по путешествиям различных интересных мест в нашей галактике Млечный Путь, в нашей Вселенной, пиши комментарии. Куда бы ты хотел отправиться со мной в следующей нашей серии? Ну что же, всем пока, друзья, и помните, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока.